Друзья, всем привет! Я на канале AgroLife, где Саша сейчас вам расскажет про измельчитель. А ну где Саша? Подожди, я его еще... А, еще не изучил, да, чтобы рассказывать? Короче, не наш измельчитель, вот хотел вам показать это. Ну, привезли, просто у нас на территории мы вырубили. Это староста наш там суетится, что-то где-то нарыл. В аренду ему дали, просто так дали, ничего не знаю. Хочет смечать по селу ветки, чтобы не валялись там и мусорки не засирать. Короче, работает потихоньку. Мы выгрузили 900 килограмм его вес. Прикольная штука, кстати, измельчитель. Я смотрю, он добротный. Я его уже обошел, просмотрел. Такой вполне реально затягивает ветки вот эта штука. И она работает, я так понимаю, от масляного привода. Вот инша стоит десяточка, гидромотор. И крутится он, видать, отвал отбора. А сам измельчитель, нож. Внутри. Нож внутри, он напрямую отвал отбора идет. Ну, дело в том, что его надо тоже просмотреть. Бля, вот он нож, там нож должен быть. Да, нож там есть. Да, все, она полностью рабочая, она у людей работала. Только она работала у них от электрического мотора стояла. Она работает от 1000 оборотов на этом. Скажите, на тракторе. И ну, так, на полгаза даже больше. Почти на весь газ. Кому интересно будет, ну пишите, я ну, покажу, какая она в работе. Масляный фильтр такой. Масло он чистенькое, да, красивое. Такая интересная штука. Львовская. Но она, наверное, стоит не 3 копейки. Я думаю, она, наверное, 1200 гривен стоит, да? Не, навряд. Да не, я думаю, это много, стоит. Тут, да не, не, здесь, ну 150 не меньше. Я смотрю, провары, металл, тут все добротное такое. Все, ну я не знаю, кто знает, сколько она стоит, пишите в комментариях, ребят. 200 тысяч. Она и хорошо и затягивает. Кстати, у нее производительность до 160 миллиметров, она ветку грызет. Кто хочет увидеть, ну пишите, я сниму потом, когда она будет работать. Ее должны подцепить, сейчас приехать забрать отсюда. Это, наверное, тут масло, да? Это гидробак, наверное. Наверное. Гидробачок. Он, я не понял. Так ля металл какой? Ну, да, десяточка, там же да? Ветки, что там же ветки, блядь. Десятка. Там же бьет, знаешь, как будет бить? Если тоненько. Да я хочу, ну, мне прям интересно. У нас ни у кого такой штуки нету. Прям интересно посмотреть, если как она работает. Показывали по телеку, которые в Киеве елки. Вот это тоже самое почти херня. Ну, измельчали елки, да? Да, в Киеве. Которые выносят. Они ее измельчают, вот этой, а здесь сразу стоит ерунда, и он сразу же туда, и потом везут его этим, как его, где эти, как его, кони, мони, там. Эти, на корм, типа? На корм, на корм в этих. И я не видел, отца. Да. Вот это, кстати, ручка, это рейвер. Каждый если год. Набило тут, вот так ее нажимаешь, вот так. Каждый год. Тут краник, вот так. Да. Раз, и оно пошло обратно, выкинуло, а потом опять включаешь. Просто подавать надо меньше, и все. Так она перебивает до 160 миллиметров. Представьте, какая. Это брус, ой-ой-ой. 160, да. Представьте. Если хороший там... Это, ну, зайди в посадку, да, вот все вот. Эти ветки можно все выгребсти. Да. Так она ж испытана. Это ж... Ей уже лет 10, наверное. Рик выпуску выгорел, даже нету. Нету даже года уже второй выпуска. Год, вот это в Киеве, вот это в городах. Вот это место Буськ, улица Ивасюка. Хорошая штука, Миша. Дерево подрибнючая машина. Да, ребята, сегодня мне написали в комментарии, так, ну, прямо интересно было читать. Ну, человек, ну, ничего против него не имею, просто написал, не в обиду написано, но вам же нельзя на русском языке разговаривать. Так что, русский язык теперь все, что... У нас нельзя разговаривать? Вот на каком хочешь, лишь бы человеком был. Запомни, пусть это человек. Не, я просто удивляюсь. Вы действительно верите, что нам запрещают на русском языке разговаривать? Да, боже упаси. Кто запрещает? Никто. Никто нам не запрещает. Я до сих пор разговариваю на русском языке и везде. Но я не хочу обсуждать политику здесь. Просто меня этот комментарий очень зацепил. Нам, может, политики нравятся, может, не нравятся. Но русский никто нам не запрещает, ребят. Ну, мне лично ни разу никто и слова не сказал за русский язык. Я и в Ровенскую область в прошлом году ездил. Я везде там на русском разговаривал. А я с луцкими вот разговариваю, вот на посту стоят. Я все по-русски. И что, вам говорят хоть слово? Они все время дьякуемо, я говорю спасибо. Ну, все нормально.
Так, ладно, ну об этом мы... Но не надо нам это... Да, дед Саш, ну а кардан тут мощный, да, такой, да, стоит? Да, так он и должен. Его просто, знаешь, вот это сначала хорошо раскрутить надо. Ну я разогнать, видел, да? Я видел их на машинах, на это... Ну идем угощу вас кофе. А? Кофе мой. Хотел... Да пошли же. Я хотел уже это, траву покосить. В Киеве везде я смотрел, уже давно вот эти машины стоят. Алексей Иванович, ой-ой-ой-ой-ой. Ты че? Что делаешь? Куда он, блядь, летит? Че, с ума сошел? Наверное, на обеде 50 рамчиков принял, да? Вот это храбрый, да, теперь я такой. Я уже боюсь. Вы видели, мы вам жатку раскидали. Ну, я же приезжал и прям. Куда ты гоняешь? Ты? Так, все, пока и до встречи на канале.